30 мальчишек и девчонок должны прийти в нашу школу номер 5. Они наши именинники, и мы приглашаем их занять почетное место на торжественном празднике. 1 А-класс. Первая учительница Смык Елена Викторовна. 33 ученика. 16 лет педагогический стаж. Опытный, тактичный учитель. С любовью подходит к каждому ребенку. Ее дети очень дружные и воспитанные ребята. Приветствуем! Мы приглашаем 1 Б-класс. 32 ученика. Первая учительница Джипарова Эльмира Ваитовна. 28 лет педагогический стаж. Учит детей быть добрыми, справедливыми. И они с любовью вспоминают свою первую учительницу. Приветствуем 1 Б. Приглашаем 1 В-класс, 34 ученика. Первая учительница Бекирова Эленура Атиляевна. 6 лет педагогический стаж. Добрый, отзывчивый учитель. Учит детей быть дружными и честными. 1 В-класс. Как не спят, только ручки скрипят. Над тетрадкой по приветствуем, ребят! Только пишем мы так, все на перекосяк. Ну за что? Встречаем 1 Г-класс, 33 ученика. Первая учительница Хахина Ольга Петровна. Несмотря на молодой возраст, 10 лет педагогический стаж, очень добросовестный, труженица. Приглашаем, тактичный, грамотный учитель. Ребята, будет интересно с ней открывать новые знания. Приветствуем 1 Г-класс. Вот и собралась наша дружная школьная семья вместе. Всего нас в этой школе номер 5 1200 учеников. На широком просторе предрассветной порой встали алые зори над родимой страной. С каждым годом все краше, дорогие края. Лучшей родины нашей нет на свете, друзья. Сердце.
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется открытой. Сегодня